Кто-то по-настоящему искренен с нами. Вот кто эти, кто предан нам, кто любит нас, кто приносит радость и дарит теплоту, спасает нас от одиночества и залечивает наши душевные раны. Ну, конечно же, это наши братья меньшие, да, наши животные, наши благодарные, верные друзья, у которых всем нам стоит многому поучиться. Кстати, ученые доказывают, что в результате общения с животными человек становится не только добрее, но и здоровее. Наши питомцы нас любят просто так, за то, что мы у них есть, не требуя взамен абсолютно ничего. Да. Любви, верности и преданности наших меньших братьев даже слагают песни. Только от всех нас зависит, сумеем ли мы уберечь животных от их обидчиков. А их много, между прочим. Да, и, кстати, нас вот Саня не может не радовать и всех вас, что именно в Челябинске вот уже второй раз пройдет фестиваль гуманного отношения к животным. Да, действительно. И накануне я встретилась с организатором фестиваля Полиной Кефер. Давайте посмотрим интервью. Говорят, собака – друг человека. А здесь, посмотрите, не один друг, здесь целое семейство. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про предстоящий фестиваль. Кто же может принять участие в нем? Ну, ближайший фестиваль у нас пройдет 28 июля, в ближайшую субботу. Принять участие в нем может любой желающий со своей собакой, а также просто люди, желающие пообщаться с большим количеством животных, получить вот это море позитива, эмоций. Ну а вот именно в фестивале заявить себя и показать, уже можно ли сейчас подать заявки или уже поздно? Ну, заявки мы принимали официально до понедельника, то есть до 23 числа. Ну, еще мы готовы сделать немножко исключений, скажем так, да, из правил, потому что... Ну, есть люди, есть которые не да? знали, да, но хотят, узнают и все-таки желающие есть. Основные участники нашего фестиваля, которые могут подать заявку, это собаки беспородные. Беспородные собаки и собаки фенотипы различных пород, не имеющие документов. А в чем уникальность вообще вашего фестиваля и чем вы будете удивлять, естественно? Уникальность нашего фестиваля в том, что до проведения этого фестиваля в городе Челябинске показать свою дворняжку было негде. То есть всегда возможно показать свою породную собаку на выставке смотре породности собак. Мы проводим смотр ухоженности любых собак, наших жителей приютов, наших хозяйских собак, уже собак, которых уже забрали у нас из приюта. Ну, то есть в день фестиваля, возможно, будет и забрать собак, да, кого-то приютить? В день фестиваля, да, у нас обязательно будет проходить акция по пристройству «Найди друга». Это одна из площадок нашего фестиваля, она будет идти в течение всего дня. Также у нас будут очень много различных площадок, связанных с выставкой, с ГАВ-шоу, в рамках которого обязательно пройдет у нас ринг особенных животных. Это животные-инвалиды, которые... Ну, по какой-то причине, травмы или врожденности имеют разные особенности. Вас мы тоже сегодня уже здесь заметили, таких собачек. Ну да, идея этого ринга пришла, потому что наш приют занимается в основе своей спасением животных после травм. Вот, поэтому, конечно, хочется тоже их показать людям. Ну, а вообще, если, например, вот у меня тоже есть собака, я не участвую в фестивале, но, тем не менее, мне бы хотелось прийти, посмотреть и познакомить, так сказать, свою Джуди вот с такими вот питомцами очень дружными и хорошими. Это возможно или нет? Да, конечно, это возможно. Единственное условие для посещения фестиваля – это наличие прививки у животного. То есть на фестивале будет существовать ветконтроль от государственной ветеринарной службы. Они будут проверять наличие у нас прививочек у собак. И также можно будет получить бесплатную экспресс-консультацию по состоянию своего здоровья, рекомендации по содержанию животного. Очень много иных площадок, связанных с нашими хвостатыми, четвероногими, макроносыми друзьями. Так как у вас уже второй год этот фестиваль существует, какая-то есть, наверное, уже схема по прошлому году? Сколько людей пришло, сколько было посетителей, сколько желающих взять собак? Очень интересно. Ну, в том году фестиваль очень спонтанно организовывался, буквально в авральном режиме за месяц. То есть мы проводили его. Поэтому у нас зарегистрировано, ну, мы можем по регистрации ГАВ-шоу судить о количестве людей. Зарегистрировано было порядка 80 человек. То есть 80 собак показали люди непосредственно на шоу, на смотре ухоженности.
В этом году на сегодня подано уже 170 заявок. Ух ты ж, ничего себе. То есть это даже больше, чем в два раза, правильно? Да, фестиваль растет. Фестиваль растет. Еще очень много людей заявляют свое желание прийти, поучаствовать в нерегистрационных конкурсах. У нас есть конкурс костюмов, у нас есть веселые старты и масса различных номинаций, таких как самый пушистый хвост, интересный окрас, большие уши и все остальное прочее. Ведь каждая дворняжка, она уникальна. Ее невозможно судить по стандарту. Спасибо вам огромное за эту большую душу, которую вы вкладываете в этих животных. Сегодня мы общались и разговаривали с Полиной Кефер. Она именно организатор этого фестиваля, ну а также руководитель приюта «Наш дом».